Будика. Однажды ее судьба была в моих руках, но теперь она возглавляет армию из тысяч племен. Их огромные боевые чудища обрушились на наши врата. Грехи прогнившей империи пришли в столицу. Мы все должны ответить за свой выбор, Нерон. Но за твой выбор заплатит народ Рима. А, Боудика, ты билась не против Рима, а против Нерона, который убил наших отцов. И мы отомстим. Но если Рим падет, наш мир погрузится во тьму. Хаос опустошит цивилизацию. Но я этого не допущу. Готовься, Мари. Оборонительные сооружения города направят ублюдков на эту площадь. Пускай их намного больше, чем нас, но в ограниченном пространстве это не главное. И, будь на то воля богов, Рим увидит еще один рассвет. Вот они. Держаться! Держаться! Мари, ты нужен на Скорпионе. Заходи на телеку моей танки и слушай мои команды. Мари, наши лучники летят и ждут приказ. Чаны со смолой — наша последняя защита! Ты не чувствуешь, как можно больше! Залпами! Тяжелая пехота! Да! Лучники! Стрелять залпом! Горите, твари! Мари, наши лучники эффективнее против больших групп, чем против отдельных солдат! Стрелять залпами! Еще лучники! Выбирай цели, Мари! Цель вне достигаемости, господин! Залпами! Тяжелая пехота! Лучники! Залпами! Давай всех отстреливай! Отстрел, блин. Yeah.
снимали! Ты должен их прикрывать! Ну, чё, много их там еще? Еще лучники там! Где? Что-то их там бесконечно, прут и прут. Лучники, Мари, пока они не прицелили. Это еще не конец. Вольный, поберегись, они пробьются сквозь строй. Бесконечно идут и идут. И не заканчивается твои махи. Давай, давай, давай. Да стреляй, стреляй, кисы. Наконец-то. Я возглавлю контратаку. Нужно больше людей. Нет, я поведу в атаку. Ты не сможешь вернуться. Не могу же я оставить всю славу тебе, а? Пришла эта больная. Была близко. Они там дерутся между собой его. Господин, резерв 4-й когорты собран, но наши ряды нарушены. В городе рыщут отдельные отряды противника. Понял. Мы будем смотреть, что происходит здесь. Настоящий солдат! Тише будь. Yeah!
Ага. Я выпущу твои кишки. Вот так. Стоял. Нормально. И так сойдет. Да? Четвертая когорта? Есть. Построиться. Вперед. Сюда. Нам нужно освободить проход. Виталион с той стороны. Эй, там! За работу! Есть! Противник! Так, что будем защищать? Легионеры! Занять укрепление справа! Лучники! На левую платформу! Расчист куда ты? Атаки варваров мешают расчищать завал, господин. Да. Не колебаться. Хорош. Хорош. Стрелять залпами! Не. Получше.
Че, я тебе за патронка дам. Иди сюда. Что ты не некаешь? На! Запалил. Защищайте территорию. Я к командиру. Рим не падет. Не стоим. А другие такие смотрят, ну ладно, подождем, пока ты его добьешь. Мол. Мне нравится, как они кричат. Мне это так заводит. Получай. Ой. На тебе, Будика. Марий, сын Рима. Восстань. Время еще есть. Твоя судьба ждет. Оглянись. Как мне спасти Рим? Все потеряно. Не трать время, срывая лепестки. Срежь потом. Будика. Генерал, мы не сможем их долго сдерживать. Будика. Господин. Господин, я не знаю, сколько мы еще...
нам не благоволят! Мы должны... Бежать? Ты бросил пост, чтобы сказать мне это? И ты бросил своих людей? Нас призвали боги. И ты хочешь сбежать? Мне бы убить тебя. Ты позоришь наших людей. Ты позоришь меня. Ты позоришь Рим! Клянусь, Центурион, Рим не падет. Не сегодня. Сегодня мы сражаемся. Дайте сигнал остаткам 6-го легиона. Пусть укрепят западный фланг. 5-й легион из старого квартала туда же. Я узнаю, что с 14-м встречу врага перед дворцом. Вперед! Понял. Первая линия должна держаться. Держаться любой ценой. Сюда, генерал! Воины Будики захватили форум! Что прикажете? Пробьем брешь в рядах охраны Будики и убьем ее! Дал команду и погнал дальше. Ну а новый свиток. Что за свиток? Сын Рима. Собратья художники, я Полонио Фиванский. Прошу вашего внимания. Василий многим из вас заказывал скульпторы и другие произведения искусства, а позже объявил их своими. Мы больше не можем терпеть его произвол. У каждого художника свой собственный стиль, и очевидно, что это не работы Василия, ни одна из них. И когда кто-то собирался раскрыть этот фарс, немедленно следовали угрозы смерти. Но и пусть я не буду этого больше терпеть. Я не могу выносить это ужасное положение, пусть посылает своих убийц. Василий, ты всего лишь лживый самозванец. Подохни в канаве, где тебе самое место. Иди сюда. Не надо вот это. За мной. Есть! Внизу! Дать поддержку! Впереди есть пилумы! Стрелять залпами! Стрелять залпами! Мы сокращаем их число! Стрелять залпами! Блин, нету копий.
стрелять толпами! Всего несколько солдат! Уже не осталось. Он копья не берет. Мари! Угу. Да. Солдаты! Вперед! Так, а нам куда? Угу. Господин, это Будика! На боевом слоне! Она крушит оборону дворца! Какие орудия у нас есть? Там на хребте Скорпион, господин! Боевые слоны! Еще один боевой слон! Еще один! Он атакует! Получила? Угу. Я твоя смерть, дорогуша. Ждешь меня, да? Ну, вот давай. Мы и встретились, римлянин. Сдавайся или умри. Никогда. Дать тебе разрушить Рим? Нет! Обоим нам не победить. И я не могу позволить тебе встать на моем пути. Да. Получила. Дизель Спарту сделал. Сдавайся! Прямо сейчас, Будика! Будика, сдавайся, твою мать! Иди сюда, Будика. Ого. Ты проиграешь, Будик. Ты уже проигрываешь. Ну вот и все. Очень похоже.
Судьба сделала нас врагами. Но в другой жизни... Быть может, в другой жизни. Не в этой. Да. Не в этой. Давай, римлянин. Давай. От судьбы не убежишь. Да, рука у меня не вздрогнула. Центурион Север, ко мне! То, что в начале было. Покажите это с самого высокого места. Варвары увидят это и побегут. Мы победим! Раз ты здесь не ради моей защиты, то для чего? Ты приказал убить мою семью. Ты оставил Рим в развалинах. Все, что произошло, все эти ненужные жертвы, тому причиной твоя зависть, тщеславие и гордыня. Стой, 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 стой! Ты не забыл пророчество Оракула? Император может погибнуть только от своего меча. Ты не можешь убить меня. Только я могу, ты сам сказал. Умоляю! Дай мне кинжал, генерал. Чтобы я мог хотя бы умереть, как император. Даже если и не жил, как он. Ты сказал, варвары побеждены. Значит, это не они бьют в дверь. Это мои преторианцы. Стража! Стража! Дамокл здесь! Он хочет убить меня! Защитите меня! Мари, блядь, чё ты спишь? Наркоман. Это тупо было. Марио, мой дорогой. Ты хоть представляешь, сколько проблем ты создал? Как сложно мне было собрать все эти кусочки. Игра богов, значит. Леонтий мертв, мой император. Сейчас не время, Будика. Беги. Зачем? Все просто. Чтобы разрушить Рим и уничтожить это подобие цивилизации. Марий, осторожно! Вы, смертные, играете в свои игры, а мы, боги, в свои! Но у игры есть правила. Вали, меня ранили очень сильно. Вали, хватит бить меня. Держал так. Ну что, бери меч. Круто вообще. Ха-ха.
Нормально. Своего же. Ох, тварь. Ну это, конечно, офигенно, просто замолчал. Вы все никак не закончитесь, да? Вообще сражается как гладиатор, как Максимус, до последнего. Сколько же там было ножевых ранений. Ну, конец охрененный просто. О-хо-хо! Вот это да. Это вообще жестоко. Как я и обещал, он жестоко умрет. Но как говорила пророчица, Дамокл убьет генерала, а генерал убьет Дамокла. Так и получается, что убьем самого себя. Его цивилизация снова разрослась и расцвела. Город, спасенный невоспетым героем, простоит еще тысячи лет. Рим выстоит с того дня и до последних дней человечества. В честь нас статуи построены. Ну что, ребята, вот и, короче, подошла к концу эта замечательная игра. Конец просто охеренный. Особенно вот эти вот добивания. Фух, меня аж немножко вздернуло. Молодцы, конечно, что сделали такой довольно интересный проект, замечательный, и в плане того, что про римскую провинцию, про Римлян. Ну, что-нибудь вот такое хотелось бы увидеть еще в дальнейшем, чтобы что-нибудь такое еще создано. Мне очень нравится вот такая тематика историческая, и это очень действительно получилось неплохо, хорошо. Многие так скептически относятся к этой игре, но она вышла замечательная. Для меня она вообще шикарная. Мне очень понравилось, как следить за сюжетом. Вот. Ну и так и геймплей был довольно интересный. Хоть добивания бывало повторялись, но в целом все смотрелось очень зрелищно и на уровне. Кто не согласен, можете меня кидать помидорами, чем угодно, дизлайки ставить, что угодно, но я останусь при своем мнении, потому что, ну, мне она очень понравилась. Я не скачу за многими такими вот жанрами, как
если считать, что все говно, так и надо и критиковать. Так нет, на самом деле игра получилась очень даже годная и очень даже хороша. Я поставил ей 8,5 баллов, потому что, ну, скину балл за то, что были какие-то моменты в сюжете, особенно вот этот конец, что он рассказывал историю, мог бы его убить прямо там, но нет, сделали немножко по-другому, это как бы и не надо занижать за эту оценку, но в целом конец получился, даже вот эти вот бои финальные, это было очень круто и зрелищно. Вот, надеюсь, понравился вам, ребята, вы ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, мы увидимся в следующих прохождениях. А с вами был Кирилл, всем до скорого.